Это давеча, и мы продолжаем. В состоянии паники, и их можно понять, пребывают родители, чьи дети сейчас находятся в лагере «Юность». Накануне в оздоровительном учреждении выявили ребенка с коронавирусом. С тех пор два отряда находятся в изоляции, на карантине. А директор лагеря, по словам родителей, с ними на связь не выходит. По словам Светланы Давыдовой, чья дочь сейчас в лагере, 12 июля всем детям сделали тесты на коронавирусную инфекцию. А уже 13 июля объявили результаты неутешительные. В лагере есть инфицированный. Если в Минздраве региона заявляют об одном ребенке, которого уже госпитализировали, то родители считают иначе. В соцсетях пишут о 6 или даже 7 заразившихся. Из-за страха заражения некоторые папы и мамы забрали подростков домой, где должны обеспечить им полную изоляцию на 14 дней. А тем, кто остался в лагере, приходится круглосуточно находиться в своих комнатах. Вот я приняла такое решение, чтобы ребенок остался там, потому что, во-первых, это под наблюдением. Все равно так или иначе Роспотребнадзор будет наблюдать за ними. Дополнительно тесты проводить. Честно говоря, не понимаю таких родителей, которые забрали детей, как они обеспечат самоизоляцию сейчас своим детям. Потому что отрицательный тест – это еще не последний результат. И вполне возможно, что этот отрицательный тест может превратиться в положительный в течение 14 дней.